В Пикалево заложили первый камень индустриального парка для предприятий легкой промышленности. Локальный кластер создается на территории государственного индустриального парка Пикалево. Первые резиденты смогут запустить производство уже во втором квартале 2016 года. Всего за 5 лет было поддержано 48 городов из первой категории. И в настоящий момент уже создано в этих городах 108 тысяч рабочих мест. Только слушайтесь в эти цифры. То есть в среднем в каждом городе было создано дополнительно 2000 рабочих мест. И мы надеемся, что вот за, наверное, ближайшие 2-3 года, когда будет запущен индустриальный парк, в первую очередь, я думаю, что и ко второй очереди вы подойдете, как сегодня говорил директор фонда развития моногородов, освоите ту зеленую территорию, которую нам сегодня показывали на презентации. Мы надеемся, что там еще за 5 следующих лет здесь будет создано там 200 и не 500, наверное, а ближе к 1000 рабочих мест. И самое главное, найти тех людей, которые уезжали отсюда. Мы надеемся на то, что они вернутся. Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов также отметил, что сегодняшнее событие важно для города, и все изменения, которые происходят в нем, направлены на благо жителей. Индустриальный парк Пикалево готов разместить не только российские швейные компании. Его резидентами могут стать отечественные малые и средние предприятия пищевой промышленности, производство строительных материалов, промышленные сборки оборудования, а также другие производства 4-5 классов опасности.